Також ситуація в Україні буде першим питанням сьогоднішньої зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу у Брюсселі. Про це заявила високий представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні. За її словами, міністри обговорять ескалацію насильства на Донбасі, триваючу політику ЄС щодо невизнання анексії Криму і підтримки повної імплементації мінських домовленостей, підтримку нормандського формату роботи ОБСЄ, а також виконання реформ в Україні. Президент Європейської ради Дональд Туск заявив, що загострення ситуації в Авдіївці знову нагадало про триваючі виклики, які становить агресія Росії на сході України. А у нас на прямой телефонной связи уже находится Николай Спиридонов, политический эксперт. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. От хотіла почути вашу точку зору. А сьогодні зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу, яка буде у Брюсселі. А от як ви гадаєте, чи можна очікувати від неї якихось рішучих кроків? Можливо, це будуть нові санкції чи посилення вже існуючих через загострення ситуації в Авдіївці? Адже і наразі обстріли не вчухають. Зараз стоїть питання збереження наявних санкцій. Весь час лунають заклики їх скасувати, тому питання нових санкцій поки що не стоїть. Головна задача – зберегти ті санкції, що вже є, це по-перше. А по-друге, все ж таки, щоб Європейський Союз, як і раніше, визнавав Крим анексованим. Це теж питання, яке не дуже легко продовжувати, тому що є певні лобісти, які вже не хочуть визнавати Крим анексованим. Тому в даному випадку задача України хоча б зберігати ті позиції, які є, що Крим анексований і що санкції проти Росії мають зберігатися. Покращення ситуації я не очікую. Николай, по вашему мнению, насколько сейчас действительно реально то, что эти санкции отменят, и решение по поводу аннексирования Крыма, действительно ли он аннексирован, по европейскому мнению, изменится в худшую сторону? Пока я надеюсь, что ситуация в худшую сторону не изменится, потому что некоторый баланс, некоторое равновесие сохраняется. Вот если еще поменяется власть во Франции, в Германии в этом году, тогда ситуация может измениться в худшую сторону. А пока сберегается некоторый баланс, что те санкции, которые есть, сохраняются. В принципе, Европа как бы не оспаривает тот факт, что Крым должен быть украинским, а какого-то большего продвижения. Но сам факт, в общем-то, международного внимания к Украине позитивен, потому что Украина постепенно отходит на второй, на третий план мировой политики. И то, что сейчас вот анонсировано, что основным вопросом встречи будут проблемы Украины, проблемы Авдеевки, то, в принципе, этот факт позитивен. Микола, як ви вважаєте, сьогодні представник Бельгії так от зазначив про те, що все ж таки треба посилювати санкції, тобто навіть не тільки зберігати, а й посилювати ті, що є. А от такі заяви, тобто вони можуть бути просто поодинокими і будуть не підтримані іншими країнами? Ну, там є самі різні заявлення. Наприклад, були заявлення і в тому духі, що что санкции нужно снимать, таких заявлений достаточно много. Мы из Италии слышим, мы из Германии, то есть есть мнение крайнее, то есть крайнее мнение, что санкции нужно снимать, и крайнее мнение, что санкции нужно усиливать. Но в среднем, как я уже сказал, сохраняется некоторый баланс, и пока ситуация приблизительно заморожена в том виде, в котором она была и раньше. Микола, зараз Україна може якось повпливати, чи це буде все вирішуватися от в кабінетах європейських? Україна не являється, к сожалению, на даний момент суб'єктом мирової політики, вона скорее об'єкт, но некоторые позитивные все-таки иногда видны сигналы, например, тот факт, что ООН достаточно активно рассматривались проблемы Украины, поскольку Украина там сейчас главенствует, и определенные, в общем-то, там заявления, например, из Великобритании, Соединенных Штатов, были достаточно
четко поддержку Украины. Тот факт, что Порошенко все-таки удалось по телефону поговорить с Трампом, это тоже не так плохо, учитывая, что с предыдущим президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой и ни одного телефонного разговора у Порошенко не было. С ним обычно говорил вице-президент Джо Байден. Ну и вот нынешняя встреча, сегодняшняя тоже может быть вполне таким очень осторожным, позитивным сигналом, что все-таки Украина тоже может как-то на это дело влиять. Насколько я видел по новостям, там Цимпус Цинцадзе, вице-премьер, присутствует. Возможно, она попытается как-то проводить украинскую политику. Николай, ну хотелось бы еще одну тему с вами обсудить. Посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли сегодня посетил Днепр с рабочим визитом. Во время брифинга посол ЕС сообщил, что решение о безвизовых с Европой уже принято, и украинцы смогут свободно въезжать на территорию Евросоюза в скором времени. Но точных сроков Хьюг Мингарелли не сообщил. По вашему мнению, вот говоря, что безвизовый режим уже вот он есть, но даты еще не названы. По вашему мнению, это действительно будет этот без виз, или это просто такое популистическое заявление? Мы слышим эти заклинания о безвизовом режиме за 10 лет примерно, с тех времен, когда в 2009 году был министром иностранных дел нынешний президент Петр Порошенко, то он уже обещал нам безвизовый режим. Поэтому это все уже превращается в какую-то мантру, в какие-то заклинания. Я вот не ожидаю, что Украине в ближайшее время могут дать безвизовый режим, а если даже и дадут, то 95% населения Украины, но это как-то будет не особо актуально, потому что их доходы не позволят все равно путешествовать по странам Европейского Союза. А что касается выезда с рабочими целями, то, в общем-то, безвизовый режим не дает официальной возможности искать работу в странах Европейского Союза. Поэтому это интересует в лучшем случае 5-10% населения. Но эти 5-10% населения очень активны в медийном пространстве, поэтому мы постоянно вот про это слышим. Ну, можно это рассчитывать в случае получения безвизового режима, можно это расценивать как акт символической поддержки Украины, но я такого шага не ожидаю от Европейского Союза. А от як ви вважаєте, чому тоді про це настільки багато розмов? От ви самі сказали, з 2009 року, якщо я не помиляюся, так про це говорять. І от останні декілька років ми так чуємо досить активні розмови. Це іноді так йде на спад, не говорять. Потім знову такий пік активності, коли багато про це говорять і багато інформації в інтернеті. А зараз чим це можна пов'язати? Хтось говорить про те, що зараз політичні сили готуються до перевиборів у Верховну Раду чи ні? Это удобная информационная жвачка, которую уже хорошо разжевали. Она отвлекает от экономических проблем, от падения курса гривны, от коммунальных тарифов, от всего остального. Вот мы обещаем украинцам безвизовый режим. Единственная вот технологическая ошибка, которую несколько раз допустил действующий президент Петр Порошенко, что он несколько раз уже четкую называл дату, что вот я вам точно говорю, что там, предположим, 15 ноября будет безвизовый режим. Потом приходило 15 ноября, и безвизового режима не было. Вот тут Петр Алексеевич допускал ошибку, что он называл точные даты, которые потом не подтверждались. А вот сами разговоры о безвизовом режиме, ну, помогают вот отвлечь внимание населения, поэтому я не исключаю, что мы еще 7 лет ближайших поговорим о безвизовом режиме. Говорили с 2009 по 2017, но, может быть, поговорим еще по 2024, вот включительно. Николай, спасибо вам за то, что включились в наш эфир. Я напомню нашим телезрителям, что мы общались с Николаем Спиридоновым, политическим экспертом.